Почему ты не спишь? Ты не любишь меня. Перестань, Харри. Нам надо поговорить. О чем? Крис, ну, ты ведь понимаешь, что я не знаю, откуда я взялась. Может быть, ты знаешь. Что ты выдумала? Постой, не перебивай меня. Но если ты знаешь, и только не можешь сейчас сказать, то, может быть, когда-нибудь. А, Крис? Что ты говоришь? Я ничего не понимаю. Честное слово. Не хочешь. Боишься. Ну, тогда я скажу. Я не Харри. Та Харри умерла. Отравилась. А я совсем не то. Кто тебе это сказал? Торториус, мы только что с ним разговаривали. Ночью. Лучше бы ты сам мне сказал об этом, правда? Господи, какая разница? Как ты жил все это время? Ты любил кого-нибудь? Не знаю. Обо мне ты помнил? Помнил, но не всегда. Только когда мне было плохо. Знаешь, мне кажется, что мы кем-то обмануты. И чем больше будет длиться этот обман, тем ужаснее все кончится для тебя. Именно для тебя, Крис. Как мне помочь тебе? Скажи, а с ней? Стой. Что с ней случилось? Мы поссорились. В последнее время мы часто с ней ссорились. Я собрал вещи и ушел. Она дала мне понять, не сказала так прямо. Но если с кем-нибудь прожил годы, то этого и не нужно. Я был уверен, что это только слова. Но на другой день вспомнил, что оставил в холодильнике препараты. Я принес их из лаборатории и объяснил ей тогда, как они действуют. Я испугался. Хотел пойти к ней. А потом подумал, что это будет выглядеть, будто я принял ее слова всерьез. На третий день я все-таки не выдержал и отправился. Когда я пришел, она уже умерла. И на руке был след от укола. Вот этот. А почему она это все-таки сделала? Наверное, чувствовал, что я не любил ее по-настоящему. А тебя люблю.